Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, ведучий Дмитро Василець. Сьогодні нас в гостях Федір Пшеничний. Це лікар, реабілітолог, дієтолог. Правильно я? Нічого не переплутав, дуже багато титулів. Ще є спортивний лікар. Так. І от зараз, в принципі, в нас коронавірус, дуже така складна ситуація в Україні, всі сидять по домам. І от дуже в нас, в принципі, багато людей сидять на дієтах. І от в мене чомусь складається таке враження, що якщо сидіти на дієтах, там імунітет падає. І якщо у нас впав імунітет, тобто вже більш велика вірогідність все ж таки отримати якусь там хворобу. А от з вашої точки зору, дієти, вони понижують імунітет? Це добре? Це можна використовувати у разі, якщо зараз у нас там епідемія, карантин і таке інше? Я вважаю, що українською мовою обов'язково треба придержуватися правильного питання. Без правильного питання ніякого імунітету не буде. Вот. А імунітет залежить від дієти з грецького в переводі, знаєте, це образ житті. Угу. Образ житті підрозуміває, звісно, і правильне питання, і образ житті сам по собі. Тобто, движение, очищение организма. Вот. Все это в одном слове диета. Вот это. Вот из трех частей все это состоит. Вот. Поэтому сейчас вот как раз я с религиозной стороны, сейчас Великий пост. Да. Вот. Во время Великих постов обычно бывают эпидемии гриппа и других разных болезней. Поэтому нужно придерживаться постов. Это не говорит о том, что там голодать и все остальное прочее. Нет, конечно. Но укрепляется иммунитет еще, например, при правильном питании. Намного. Потому что много есть пищи, которая именно укрепляет иммунитет. Это свежевыжатые соки. Это овощи, фрукты, которые именно укрепляют иммунитет. Очень плохо употреблять, я имею в виду, это имеется в виду и пост, uh-huh. Это имеется вообще правильный образ жизни, то есть весной особенно человека, почему эпидемии разные происходят, потому что люди себя именно грузят тяжелой пищей, много белков, белки смешивают с углеводами, что никогда нельзя делать, поэтому в организме повышается слизь, знаете, слизеобразующие есть продукты, такие как красное мясо, очень сильно повышает. Вот, у людей начинают, как говорится, и сопли, и уши, и все остальное прочее. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто, якщо сидіти на дієтах, там, себе в чомусь обмежувати дуже сильно, це все ж таки негативно більше, це чи позитивно? Тобто, завжди позитивно буде. Завжди позитивно. Люди, які дотримуються постів, так, вони завжди здорові, можу вам зразу сказати. Постних днів всього лиш, це є 4 больших поста, є 2 раза в неделю пост. То есть раньше при советской власти, если помните, там были рыбные дни, да, вторник, uh-huh. четверг. Uh-huh. Вот у христианских это вот обряды, можно так сказать, среда и пятница, постные дни. Тобто у нас є навіть традиції, нашого народу, з древніх часів, які нам пропонують все ж таки відмовлятися від певних категорій їжі. Правильно розумію? Так. Ну, якщо подивитись чисто з наших традиційних саме от моментів, от розкажіть, а в чому саме полягають оці традиції споживання їжі? Вот с древних времен, можно так сказать, люди, все народы, начиная из письменности, в которой к нам дошли, все народы
у всех народов, я имею в виду, начиная там с Израиля, который описан очень подробно, в Египте, там, ассирийское государство, у них было это вот древнейшее, чем Израиль даже, вот, которые дошли к нам это вот сведения, вот именно по диетологии, будем так считать, вот, у них всегда были посты, каким-то праздником, перед какими-то праздниками, очень много там, там даже когда языческие там были, это вот, я имею в виду, у язычников тоже были посты. То есть освобождались люди от тяжелой пищи, которую регулярно кушать, кроме того, что зашелковывается организм, ничего хорошего с этого не выходит. А це яка, с вашей точки зрения? Красное мясо, раз. Это... Ну, красное мясо, все. Красное свинина, мясо – это свинина, телятина, говядина, там... баранина. Это, угу. Вот все это. Птица, рыба – это не считается мясом вообще, можно так сказать. Это, у нас говорят, вот мясо курицы, мясо рыбы – это не мясо. Это просто птица – это рыба. То есть средиземноморское, например, питание с древних времен очень было много именно еды. У них чем вот ихняя пища отличается от многих народов, там, можно сказать, и нашего, там, и других, там, которые на севере дальше, то есть больше кушают именно пищи белковой. Я могу сказать, что многие люди у нас, это вот, например, кушают мясо по 3 раза в день, есть такое. А белка всего нужно человеку в день, согласно Всемирной организации здравоохранения, 40 грамм белка. 40 грамм белка можно получить из растительной пищи, из птицы, рыбы и так далее. А вот употреблять все время красное мясо, в котором очень много белка, но он не усваивается весь все равно организма, зашлаковывает организм, сгущается кровь, начинается много разных проблем из этого. Естественно, это вот, сосуды страдают. Это ну, то, что червоне мясо, так разумеется, основное. Да, основное. Раз. После красного мяса можно отнести вот... Вообще 4 есть это вот основных группы, которые именно образуют, плохо усваиваются организмом. А другое дело, что они это вот, зашлаковывают организм, засоряются. Вот это молоко, молочные продукты. То есть все, что связано, я говорю, с молоком, только в чистом виде. Кисломолочные продукты – это да, кисломолочный сыр – да, вот, твердые сыры – это да, это хорошо, это большое содержание кальция. Но само молоко, оно у 93% населения планеты не усваивается вообще. А еще если оно кипяченое, так там только казеин, и больше ничего хорошего нет. Казеин, вы знаете, ну, что это перше, самый крепкий так, клей, да? Первая группа, а другая, третья, четвертая? Это ну, мясо. Первое молоко. Мясо, молоко. Это еще в эту третий пункт, можно так сказать, входит хлеб, дрожжевой хлеб, который, кстати, в древние времена вообще не использовали. Придумали дрожжи, кстати, и нам по-дружески отправили это вот фашистская Германия. Это были созданы специально дрожжи, чтобы наоборот это вот, то есть... Советский Союз это вот, помочь ему еще перед войной же это было, когда дружеские отношения были с Германией. Вот. Отправили нам, чтобы, вроде как, Советский Союз туда посылал зерно, а от Германии присылали дрожжи, вот, сказали, вот это лучшее средство для выпечки хлеба. И если вы ну, так, старую хронику посмотреть, довоенную, как там на парадах физкультурники идут, и все одинаковые формы, знаете. Вот. Все это очень сильно, это вот, во-первых, шло мало зерна, больше было там, ну, в те времена вообще дрожжи очень сильно там кидали туда. И этот хлеб практически состоял из дрожжей, даже запах от них такой был. Вот. Поэтому люди все начинали, что такое дрожжи? Это грибок, это тоже очень вредно, потому что у людей, когда... начинают, знаете, ногти цвести и все остальное прочее. Болезни ногтей, на ногах, на руках, это все внутри, это этот грибок.
вывести его очень тяжело. А люди еще постоянно потребляют дрожжевой хлеб там, и другие дрожжевые продукты. Они постоянно питают эти грибки. И эти колонии грибов расширяются и развиваются там. Ну, зрозуміло, да. Зрозуміло. И четвертый пункт – это этанол, то есть спирт, который дистиллированный, вот, который не усваивается организмом никогда. Тоже слезообразующий. Люди, употребляя именно этанол, тоже из-за этого страдают. Потому что лишняя слизь в организме – это все потом проявляется, я говорю, что… Яким чином вона повинна виходити, правильно? Да, 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 да. І, ну, в общем, вживати алкогольні напої на карантині не рекомендується. Ні, вживати можна, обов'язково треба, так сказати. Організм чоловіка сам виробляє алкоголь. От, причому 40-градусний, іменно. В своє время Менделєєв определив, що у чоловіка для дезінфекції організму сам організм виробляє алкоголь. Тому немного. Ну, я, в принципі, зовсім не вживаю алкоголя, нікому не рекомендую, але все ж таки, якщо це ваша точка зору, все хай буде. В розумних кількостях. А от інше таке питання, от, чи знижується імунітет, якщо не рухатися? Тобто ми ж розуміємо, якщо сидіти вдома, там ну, не зовсім є змога рухатися, там, ходити, присідати. Тобто знижується імунітет, чи все ж таки нормально все? Ні. Імунітет у чоловіка, він створений так, Богом, що йому треба знаходитися багато на свіжому воздухі. Прогулки обов'язково, движення обов'язково. Без движення чоловік не живий, можна так сказати. Поки немає кровообращення, якщо просто лежати вдома і, як говориться, кушати, там, як люди зараз сидять. Движення обов'язково, на воздух обов'язково виходити. Без цього не можна. Там, це все людей. Заборонили. Да. Да, заборонили, я розумію, що но виходити там, де нету людей большого этого. Я розумію, що якщо ходити там по вулицям, можна вийти там, є багато місць, де можна спокійно пройтись, но двигатися і дихати воздухом обов'язково. В масках – ні, обов'язково. Потому что маски, вот люди сейчас, я смотрю, и на велосипедах, и на самокатах, и детей этими масками закрывают. И никого же рядом нету. Ну, или семейная там пара идет в масках. Люди себя этим, это вот, надо дышать воздухом. Пошли в то место, где магазины, я имею в виду, где общественные места, где люди, много людей. Вот. Там обязательно надо маску, это уже никуда не денется. Поэтому, да, вот. А так, 1,5 метра, 2 метра достаточно, чтобы никакой там, так как вирус передается воздушно-капельным еще путем, да, пока эта капелька попадет к вам, это расстояние надо, никто не... в этом ничего страшного нет, могу сказать. Поэтому просто профилактика обязательно. Мыть руки обязательно. В общественном месте маску одевать обязательно. Пересядки одевать, да. Дуже цікаво, що рухатися фактично не може. Людина на максимум в магазин сходити та в аптеку. Це дозволяється ще. Сиді, свіжого повітря немає у квартирі. Тобто, це як? Це якась цілеспрямована акція, щоб підірвати імунітет, чи щоб у українців було як мого більше хвороб? Ну, чи як? От як ви прокоментуєте, як от лікар, ці всі нововведення? Чи такий страшний вірус, що для того, щоб не заражитися цим вірусом, потрібно ще отримати, якщо сидіти в квартирі там місяць, ще кілька собі інших вже хвороб? 100% неправильно, можу сказати. Поэтому віруси завжди були. Раніше вони навіть, як говориться, вірус у кожного чоловіка є. Наприклад, папілома вірус, який, ну, поки крепкий імунітет, вони не вилазять. Це герпес вірус, який практично в 99,9% людей є. Понижається імунітет, герпес вилазить.
понижается иммунитет, там папилломавирус тоже там где-то в каких-то местах, особенно пожилых людей, которые, это вот, естественно, иммунитет. Я, наверное, не знаю щёсы. А такие, знаете, вот, на шее особенно бывают, это вот, где-то в разных местах они такие, такие сосульки такие. Ну, разумею. Да. Вот. Поэтому вирусы, в принципе, все время раньше дружили с людьми. Сейчас вирусы в последнее время разрушительные силы. Именно разрушают организм человека. Вот особенно коронавирус, он, в принципе, это, чтобы вы понимали, любой вирус – это информационная, да, клетка, так сказать ее. Это, он несет с собой свою информацию, которая, как он, вы же знаете, все вирусы мутируют, попадая в организм, вот, этот коронавирус, именно этот, который 19-й, этот, он, попадая в организм, естественно, у него жировая оболочка прикрепляется к чему-то и начинает размножаться, можно, вот, увеличить свои колонии. Вот, поэтому, смыв жировую оболочку с этого вируса, то есть почему надо руки мыть, умываться, промывать рот, нос обязательно после улицы, когда приходите, содовый раствор, там, соляной раствор, и нос, и рот обязательно. И пить питьё горячее. То есть это чай, любые напитки, там, ну, в теплом виде взять, в горячем даже, 40-45 градусов, вирус прибивается там. Uh-huh. Вот поэтому травяные чаи, разные напитки, которые там, имбирные напитки, там, лимонная водичка, это все прекрасно. Но опять же, в теплом виде, такой как 40-45 градусов, 50 там, может, как человек может выдержать. Потому что все, ее сразу, можно сказать, обеззараживает себя. А от чого можна порекомендувати людям, які, в принципі, вимушені у нас законодавчого акту Міністерства юстиції, наш пан міністр вже прийняв все необхідне для того, щоб обмежити, в принципі, і пересування людей, і щоб от карантин ввели. От, що потрібно робити людям, щоб не наражати себе на небезпеку в інших хворобах, якщо просто сидіти вдома і мало рухатися? Тобто, це, можливо, зарядку треба робити зранку, чи що? Обов'язково перевірити приміщення. При відкритих вікнах, ну, люди, це, я думаю, у кожного чоловіка вікна відкриваються. Обязательно проветривать 3-4 раза в день помещение. Когда открытое окно, заниматься. Дома можно заниматься тоже многими. Там. Можно и бег на месте, вообще примеряющий, как Высоцкий пел. Угу. Можно, ну, любые это вот упражнения, йогой там заняться. Можно заниматься там тибетское, там, знаете, вот есть тибетский метод. 5 тибетцев, так называемых. Много разных, может, приседания, отжимания, там, планки постоять. Ага. Было бы желание. Вообще, карантин, он, в принципе, для людей очень даже полезен. В том плане, что он может, во-первых, оздоровить свой организм, занимаясь очищением организма. Правильное питание, движение, все можно дома делать. Только надо этого, не валяться, не смотреть телевизор. Потому что еще этот вирус, этот 19, он имеет свою такую информационную структуру, знаете, это вот именно. Он процентов на 90 люди себя уже зомбируют. Телевизор смотрят, коронавирус, там социальные сети все, коронавирус. И все это вот начинают как бы себя уже информационно подготавливать. Вот это тоже снижает иммунитет. Меньше брать плохого в голову, не паниковать. Це вже, до речі, і інше питання. А от дійсно, якщо ми, от, якщо у людей є страх, тобто страх – це ж негативна емоція. У нас є такий навіть вислів – всі болезні від нерву. Да. І от якщо людина боїться чогось, вона нервує, вона робить все, щоб там якимось чином себе обезопасити. І от не вважаєте ви, що саме страх і є основною причиною, чому люди починають інфікуватися цими процесами? Тому що імунітет падає, і таким чином людина беззахисно просто стає перед цим вірусом, та не тільки перед цим, перед усіма хворобами.
Это правда, что негативная энергетика, когда человек себя загоняет в такие состояния сам, кстати. А позитив – это всегда улыбка, это всегда здоровье. Негатив – это всегда болезни. Причем разнообразные болезни. Поэтому, естественно, как бы там ни было, ну, для того, чтобы поднимать свой этот… и опять же, когда человек себя все время накручивает, это понижается иммунитет. Естественно, многие люди, я вам могу сказать, что, которые находятся в состоянии, в духовном, будем так сказать, принимаются сердцем, а не головой. Потому что сердце к сердцу, получается сердце. А когда получилась информация в мозг, а там уже такая каша накручена, все там такое, и получается еще больше удар. Естественно, иммунитет, кстати, из-за такой это вот, отрицательной энергетики, начинают работать внутри организма, как бы такие это вот, все органы начинают в таком подавленном состоянии, естественно, они работают уже не это вот, на не очищение крови, печень будет работать, уже за наше эмоциональное это вот, за эмоции человека отвечает печень, чтобы вы понимали. Печень чистая, вот. Значит, человек всегда будет в первую очередь здоровый, потому что печень очищает кровь от токсинов, самое главное. Потому что токсины – это ну, вот как раз человек, который перенасыщен токсинами, он все время будет подозрительный, боязливый, постоянно будет. Поэтому вот сейчас как раз опять же при этом карантине можно почистить печень. Разных методов много есть. Вот, поэтому, а какие вы можете порекомендовать? Ну, самый эффективный, который вот у меня описан в книге, кстати, и у меня на сайте есть, это тибетский метод очищения печени, который 100% результат такой, что люди, когда с первого раза чистят печень, они просто хватаются за голову. Стают иншими людьми, чи что? А? Стают иншими людьми? Стают иншими людьми, да. Многократное очищение печени. С первого раза, когда человек увидит, что с него вышло, они не понимают, откуда это могло такое быть. Там и застарелая черная желчь, которая это все в печени. Камни разноцветные. Например, если люди принимали какие-то лекарства, там, особенно антибиотики, все в печени сидит, ничего не выводится. Печень за 90% у людей не работает. Вот. Но самая печень, не почки? Нет, печень. Почки – это второй орган очистительный. У людей же, говорю, что за 90% не работает печень. Печень не имеет нервных окончаний, потому она не болит. И только желчный пузырь, естественно, когда он там уже забит камнями, там какие-то начинаются, то он сигнализирует человеку, что перейдите на правильное питание. Вот. Ну, а каким чином все ж таки очистить эту печень? Вот у меня описан тибетский метод очищения печени. Я в Тибете, когда учился, я оттуда привез его, как говорится, и в книге описал. А расскажите коротко. Ну, смотрите, там еще раз, что такое работает? За неделю до очищения печени делается это перед полнолунием или на конец лунного цикла, потому что люди очень зависят от Луны, полностью зависят. Так как приливы и отливы на море, так и человеческий организм, так как он состоит практически 70 и больше процентов из воды, даже кости 50% воды имеют, знаете. А мозг вообще 92-93% воды. Поэтому у людей заболела голова, что делать? Таблетку, знаете? А просто надо выпить стаканчик воды, желательно солененькой, с морской солькой. И все, все проходит. Разжижается кровь, мозг получил питание, именно водичка, кислород пошел. Густая кровь, естественно, из-за того, что люди мало пьют. Надо пить много воды, как минимум 2 литра в день. Желательно солененькую воду пить. Мой учитель, тоже очень близкий друг Амосов, Царство ему небесное, то он в своих передачах последних, которые там перед своим уже отходом к Господу, он как раз об этом и говорил, что не спешите глотать таблетку, когда у вас заболела голова. Лучше подумайте, во-первых, на духовном уровне. Может, вы кого-то обидели. Там, вот, вы простите этому человеку, сами себя там
И выпейте соленой водички стакан. И сразу это вот все проходит. Поэтому, поэтому так. Очистка печени, значит, подготовка неделя. Свежевыжатые соки, вегетарианское питание, то есть больше сырой пищи, то есть салаты, вот, овощные супы и так далее. Вот. Без белка, безбелковая диета, то есть должна быть. Безбелковое питание. Мне больше так нравится, потому что диета, я вам уже сказал, что это объемная очень. Вот. И потом берется там 5 видов зернышек разных, там кориандр, анис, семя укропа, вот, что там, тмин и еще там, ну, пятый элемент. Это все смалывается, добавляется потом туда еще это вот, листья сены и листья, в смысле, и кора крушины. Это все смешивается в одну. Это вот на кофемолке мелко взбивается, ставится в баночку, и потом человек просто начинает, приходит время, допустим, 12-13 лунный день или 26-27 лунный день, как раз когда самые большие приливы, отливы на море, так само человеческий организм хорошо себя все выкидывает. Вот. И печень сама по себе, вот как раз, опять же, это вот начало лунного года, вот китайский Новый год, знаете, когда вот начинается, начинается процесс очищения печени. Так как печень состоит из трех долей, значит, как минимум 3 раза надо почистить, а лучше 4, заполировать. Ну, тут треба... Пьете эти зернышки, запиваете просто водой, весь день это происходит, вы пьете сначала с вечера, потом весь день, потом еще добавляется это вот тоже там... такой делается это вот отвар из ромашки, ромашка, это вот бессмертник, эвкалипт и кора дуба. Вот такой делается с утра тоже. Он стоит до 5 часов вечера. 5 часов вечера вы пол-литра это выпиваете еще этого настоя, вот, в теплом виде. Потом пьете магний сульфат еще. И в конце полируется это вот оливковое масло, смешивается в равных пропорциях, в равных частях, смешивается соком или лимона, или грейпфрута. А це безпечно для здоров'я? Что? Це безпечно для здоров'я? Безпечно, 100% безпечно. А якщо, якщо не секрет, Амосов цю процедуру проходив? Так. І Амосов, і багато інші врачі, які вот, натуропати більше. Амосов сам по собі був дуже сильний спочатку. Вот, я з ним знаком з 77-го року. Вот. К нему на операції ходив, коли учився. Вот. И мы с ним потом как бы, знаете, подружились, потому что мне было это вот приятно с ним общаться. Но он был очень больше как бы за то, что физические упражнения. Сам на работу пешком ходил. 1000 упражнений в день, как у него был метод. Но присутствие Господа Бога он в духовном плане он это не воспринимал. Вот говорит, да, кто-то есть там сверху, но это такое дело, там какие-то силы, что-то. И вот когда у него самого этого вот, кардиолога, академика, там, ну, величайший человек, можно так сказать, у него там книги миллионными тиражами расходились, там, причем на всех языках. Вот. И тут его самого, как говорится, стало сердечко, знаете. От, 77 років. Зрозуміло. А от якщо от, перейти більш до практичних от, інструментів, от, як мобілізувати імунітет? Тобто є, мабуть, дуже багато прикладів та методик. От, а якщо обливання холодною водою, це буде в плюс чи в мінус? Якщо щоб мобілізувати якимось чином саме внутрішні захисні сили організму? Закалювання – це 100% полезно. Кроме обливания головы, как делают по Иванову, как говорят, люди с ведром раз себе на голову. Потом голову не треба? Нет, голову не... Обливаться водой прекрасно. Делать холодный душ, но без
Христа. Голову нет, ни в коем случае. Потому что люди, когда это вот, находятся, головной мозг просто спазмов начинается в нем. Менингит, у тех, кто метод этот Иванова применял, это же тоже уже все прекрасно там, я говорю, сколько людей закаливалось таким методом, обливаясь, процентов 65-70 менингитом потом болели. Понимаете? Тут еще навіть на купание, на хрещение. Купание ни в коем случае головы. Тоже не... Вот, окунаетесь, как говорится, по глазке. Угу. Ни в коем случае тоже не нырять, не... Шановні глядачі, зверніть увагу, що без голови – це дуже важливо. І якщо ви хочете підняти свій імунітет, внутрішні сили організму включити, холодне обливання – це дуже добре і лікар рекомендує. Да, дуже рекомендую. Закалювання – це завжди було. І всі, якщо, наприклад, люди, опять же, це порекомендую, що коли душ… Горячая ванна всегда должна быть заканчиваться холодной водой. То есть вы принимаете душ, горячий, там, теплый, какой бы вы ни принимали, всегда в этот момент открываются поры, да, когда человек в горячем, в ванной, там, в бане. Поэтому всегда все термические, как говорится, процедуры нагревания тела должны заканчиваться холодным душем обязательно. Или, опять же, воду холодную. Так. Вот. Потому что поры закрываются, все тепло, которое вы получили с ванны, с душа там, или в бане. Чтобы оно залишилось. Все оно залишается внутри, все для органа очень полезно. То есть, а так вы открытые поры оставляете, и все, и человек потом мерзнуть начинает, и все остальное прочее. Мало того, лимфа, которая очищается у человека через поры, вот, выводится лимфа, так очищается тут, потом. Там же это термическими разными обработками, так же, как и в бане, и горячие ванны, все остальное. Вот, поэтому поры открыты остаются. Лимфа, вместо того, чтобы очищаться, она начинает опять в себя втягивать это вот. Все разные там. Зрозуміло. А ось з вашої точки зору, які позитивні наслідки появи цього вірусу COVID-19? Тобто, і, знаєте, є таке прислів'я «нєт ліха без добра». От з вашої точки зору, де це добро? Я думаю, що все, що посилається Господом для нашого іспитання, можу сказати, всі епідемії, все це, тільки на добро. Люди вже міняються. Клімат міняється. Міняється, я маю в виду, ви ж бачите, наприклад, в Індії вперше за 30 років побачили Гімалаї, так? Восьмитысячники, то есть видно. Пекин, 30 лет солнца не видел, смог такой там был все время. Увидели солнце, планета очищается, речки, естественно, тоже очищаются. Пока не работает производство, все, что вы понимали, только на добро сейчас. Люди поменяются, потому что добрее стали уже люди. Они даже сейчас в магазин стоят в очереди, без никого там... Никто никого там не толкает, никуда не спешит. Скромно все стоят метр, полтора метра друг от друга. Вот. Обходят друг друга стороной. Вот. Все, как бы, ну, мне нравится процесс, например, то, что люди добрее стали, помогают друг другу, помогают людям пожилого возраста. Тоже очень прекрасно. Вот. Думаю, что вы понимали, это процесс... Не такое, что все люди думают, что вот, сейчас он пройдет, и все опять станет на свои места. Нет, уже такого ничего не будет. Все будет новое. Все снова начнется. Ага. Экономики, которые, сами понимаете, сейчас будут, много стран пострадает, уже страдают, мы же так и в экономическом плане. Все изменится, но все будет хорошо. Я вам 100% можу сказати. Ну, це все для пользы людей. Що так от позитивно все ж таки ви мислите. А от ще таке питання, от якщо подивитися на конкретно приріст населення у нас в Україні, на часи кількість населення, то якщо ми подивимося у 91-й рік і зараз, нещодавно був перепис такий, дуже багато питань до нього, але все ж таки в нас приблизно, якщо брати у середньому, десь 35 мільйонів залишилось.
Тобто, якщо просто десь середнє брати між офіційними та від показників чисто економічних, там індекс хліба, таке інше. Тобто, ми бачимо, що з кожним роком дуже швидко скорочується населення України. І, в принципі, темпи, вони десь співпадають навіть з Голодомором, який нас дуже люблять рекламувати, там, 32-33 років. Тобто, нас, подивимося, вроді як немає ніякого Голодомора, а якщо ми подивимося на цифри, скільки людей зникає, саме громадян України, ми чомусь, от я, наприклад, тут не можу зрозуміти, як, от що це таке? Це такий економічний геноцид, чи це, от, ну, як ви можете пояснити це явище? Ну, во-первых, в Україні, это я статистику знаю, вот, могу, офіційно можу сказати, нету демографічного кризису. Тобто прирост більше рождаемости, ніж смертей, можу вам сразу сказати. А то, що люди просто роз'їхались, дуже багато людей уїхали. Тобто статистика просто, да, я так розумію, да, у вас в Україні якась неправда. 100% роз'їхались, бо це просто мільйони людей, я вам скажу, легально, нелегально. Но от зараз, от ви ж знаєте, коли почалася епідемія вірусу в Європі, скільки людей повернулося? Просто... Ну, не мільйони. Не мільйони, ну, за мільйони вже можу сказати по статистиці. Більше мільйона повернулося в Україну зараз. Они там тысячи, пешеходными какими хочешь путями, там, но много людей вернулось с Европы. Потому что там сейчас, во-первых, там тоже нет работы, которую наши люди получали. Многие пока там еще, как говорится, сейчас движение просто ограничено, или вообще его нету. Вот. А так, если по статистике опять же взять, как минимум в Португалии живет около 4 миллионов украинцев. В Португалии только. Им там, как бы то вот, они востребованы там. В Испании не меньше миллиона. В Италии около 3-4 было. В Германии больше 2 миллионов. Так посчитать, так все 45 миллионов, 47 и вернется. Вот. Ну... Ну, така... позитивні досить все ж таки такі заяви, але от якщо от брати от конкретну ситуацію, якщо немає роботи, якщо у нас середня зарплатня, їй зазвичай не вистачає, щоб сплатити комунальні послуги. Тобто то це все як відбивається на фактично от сім'ях. Ми ж розуміємо, якщо сім'я може якось планувати своє життя, якщо є якісь економічний, хоча б мінімум, тоді це там 2-3-4 дитини у сім'ї. А зараз, під питанням, чи варто взагалі заводити дітей? Тобто, от до того доходить, що економічно створюють такі умови, щоб ну, не було такого, що в нас був всплеск народжуваності. І тому мені досить дивно чути, якщо ви кажете, що в нас так, в принципі, дуже гарна ситуація. Адже якщо вийти на вулицю, ну, я б не сказав, що вона дуже гарна. Ну, це, опять же... У нас просто три дитини у сім'ї, це, три дитини у сім'ї – це якийсь нонсенс. Тобто люди дивуються і кажуть, я просто чую свою дідусю, діда свого, бабусю, і вони кажуть, що ну, нормально було, якщо там 7-10 дітей. І я думаю, боже, 7-10 дітей, що вони кажуть, що з ними? Вони можуть не при розумі, але ж я розумію, що тоді це була норма. А зараз ми бачимо ну, зовсім іншу картину. Ну, ви бачите, можна, якщо так посмотрети, быть оптимистом, что все когда-то будет хорошо в нашей стране. А, я разумею, да, это будет... оптимистично просто, да, точка люди, зору. В принципе, если женятся, значит, все равно по-любому семья должна быть с ребенком. Без ребенка это уже не семья. Вот поэтому каким-то образом люди пытаются зарабатывать деньги, вот. Ну, естественно, я вас понимаю, что это просто у нас выживание. У нас не жизнь в этом, в той зарплате, которую имеют люди там. И тяжело, тяжело жить, тяжело думать о детях, это правильно. Вот. Но, тем не менее, статистика говорит о том, что все равно у нас
рождаемость выше, чем смертность. Ну, можливо, десь є позитивна статистика, і на яку потрібно звертати увагу, все ж таки, більше громадянам України. Якщо ми подивимося на такі процеси, досить серйозні в нас в країні, це от війна на Донбасі. Ми розуміємо, що там вмирають громадяни України, як з одного боку, так і з другого боку. От з вашої точки зору, як можна зупинити цей конфлікт? Тобто ви ж розумієте, що є політична складова, є от, я від дуже багатьох, хто повернувся з Донбасу, чув такий вислів, що Донбас вже не повернеться, тому що ми там такого накоїли, що вони просто вже, ну, у нас, там буде інша країна. От мені досить... Я навіть не знаю, як реагувати на це, а от з вашої точки зору, чи можливо все ж таки, щоб ми, щоб повернувся Донбас і Україна була у кордонах, які були до конфлікту? Я в своє время, ну, коли от, був спортсменом, да? Вот. І іменно Донецьк, Луганськ, всегда были это вот, в том плане, как бы они там другие были люди. Потому что в свое время, опять же, вы же знаете, что там больше всего был это вот, голодомор в этих областях был. Естественно, там было искусственное заселение больше с России людей туда. Вот. И там, естественно, всегда был народ, именно смотрящий в сторону Москвы, я вам 100% могу сказать. И например, мой отец, Царство ему небесное уже, вот он из Луганска. Вот, там всегда жили, он вообще из, как говорится, его семья казаков, украинских, украинское казачество. Когда в свое время там Екатерина царица отправила людей охранять. Это же история, так. Да, да, ну да, я просто говорю. Вот. Люди там совсем другие, я говорю, больше направлены. Вот, кстати, моя... А в чому це полягає? От ви кажете інші. Я от скільки знаю, у мене друзів звідти, нормальні люди, ну, адекватні, раз, розумні. Розумні 100%. Я нічого не можу сказати. Поэтому і умні, і прекрасні люди. Но не всіх, можу сказати. Там, в большинстві своєму все равно там... Люди, я же говорю, опять же, они, ну, профиль у них такой, там, я имею в виду, вот они, Советский Союз был хорошо, только развалился Советский Союз, там сразу начались такие вот движения. Это же не говорит, что это в 2014 году началось. Луганская республика, Донецкая республика. Так, а если даже посмотреть на энергетическом уровне на эту проблему, чи если відкинути політичну складову, чи можливо все ж таки, щоб саме люди знайшли більше спільну мову? Чи ми все ж таки будемо вимушені там і 10, і 20 років там будувати якісь стіни? Я можу одне сказати. Я думаю, що з моєї точки зрення це невозможно. Ну, невозможно. Там, все ж таки... Ні політичним, ні воєнним путем. Тому що там люди вже, ви розумієте, за цей срок вже зовсім... Другое воспитание там же. Вы же понимаете, там, начиная с детского садика, со школы, люди уже совсем... Идет муштра. Вот. У меня просто есть много там связей с моими там друзьями. Они сами говорят, что это просто невозможно. Сейчас будет что-то вернуть. Сидят там в том же Донецке, в Луганске. У меня вот мои товарищи там, тренера вот, спортивные. Вот они... Им платят нормальные деньги, этим тренерам. Но они это вот, естественно, они обеспечены. У них есть, опять же, как при Советском Союзе, все работает там. Бассейны, там залы, все, то есть в спорте там все нормально. Еще могу сказать, когда, ну, еще когда не было этого отделения, вот, там и в Донецке, и в Луганске очень сильно развивали спорт. Строили новые бассейны, строили там дворцы спорта, там у них совсем и тренеры получали дополнительно, не то, что там заработная плата, допустим, официально там была, там, допустим, 3000, да, вот. Они получали еще в два раза больше от этого. Я хочу подарить вашей
телепередача вашому каналу свої книги. Это не все книги, это только три. У меня вообще 10 книг. Вот одна из них, вот «Рак. Перезагрузка», американцы выпустили на английском языке. Вот, поэтому желаю вам крепкого здоровья. Вот, как в этой книге написано, будьте здоровы. И... Так, дякую, дякую. І я думаю, що дуже багато людей з нашого телеканалу ознайомляться з вашою творчістю. І я впевнений, що зроблять дуже багато висновків щодо здорового способу життя в Україні. Я дякую, з нами був Федір Пшеничний, це лікар, реабілітолог, дієтолог. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!